Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что 30-летний водитель автомобиля ВАЗ-21093 с двумя мужчинами в возрасте 30 лет и 31 года ехал в сторону Кызыла. Автомобиль «Лада Приора», в котором находились 6 человек, 48-летний водитель, 2 женщины, 17-летняя девушка, а также малолетние дети, мальчик и девочка в возрасте 6 лет, двигался в сторону Шагонара. Выяснилось, что все на попутке направлялись в Байтагинский район. Машины после столкновения были искорежены настолько, что пострадавших пришлось доставать при помощи специальных инструментов спасателей. Десятилетний пассажир автомашины ВАЗ-21093, 17-летняя девушка и 6-летняя девочка, находившиеся в автомобиле «Лада Приора», доставлены в приемный покой резбольницы номер 1. 20 числа вечером поступило в приемный покой с места ДТП трое пострадавших. Один ребенок, одна женщина и один мужчина. Мужчина первично был госпитализирован в отделении реанимации в тяжелом состоянии. После стабилизации состояния сегодня утром переведен в общую палату в отделении травматологии. В настоящее время состояние тяжелое, стабильное. Женщина поступила в травматологическое отделение в состоянии средней степени тяжести. Ребенок поступил в нейрохирургическое отделение в состоянии средней степени тяжести. В настоящее время проводится лечение до обследования. Выжившая девушка после страшной аварии не захотела показать лицо, но рассказала нам о произошедшем. Мы заправились и выехали. Я была пристегнута. Как налетела та машина, не видела, так как спала. После столкновения было тихо. Только маленькая девочка кричала и плакала. Я сказала ей: «Не бойся, нас скоро спасут и помогут». И она успокоилась. Я остальных звала, говорила: «Вставайте, вставайте», но никто даже не шевельнулся. Помощь пришла быстро. Меня, получается, только ремень безопасности спас. Предварительно установлено, что из всех граждан, ехавших в автомобилях, ремнем безопасности была пристегнута лишь одна женщина. На 831-м километре автодороги Р-257 Енисей водитель автомашины ВАЗ-21093 выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем «Лада Приора». В результате аварии водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-21093, водитель, две женщины, а также 6-летний мальчик, ехавший в автомобиле «Лада Приора», скончались на месте происшествия от полученных телесных повреждений. Как прокомментировала представитель МВД по Туве, по факту ДТП, в котором погибли 6 человек и трое пострадали, возбуждено уголовное дело – нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть 2 и более лиц. Ведется следствие. Диана Баймгусарис-Ховалы, телекомпания «Новый век».